Привет, друзья! Самое ценное в современном мире – это знания и информация. А применять свои знания можно где угодно, например, в этом тесте, в котором собраны вопросы на различные темы. Какому знаменитому художнику принадлежит картина «Впечатление. Восходящее солнце»? Эдуард Мане. Клод Мане. Винсент Ван Гог. Впечатление, восходящее солнце, известная картина Клода Мане, с которой началось развитие импрессионизма. В тот период слово «импрессионизм» было оскорблением, публика жестоко критиковала творчество художников. Клод Мане написал полотно «Впечатление», восходящее солнце с натуры в аванпорте Гавра. Художник говорил, что рано утром вскочил с кровати, чтобы поймать мгновение, так как освещение постоянно менялось. У него было 10 минут, чтобы успеть изобразить увиденное. Тогда Мане быстро взял кисти и краски и нанес размашистые мазки на холст. В какой европейской стране нет постоянных рек и озер? Венгрия. Мальта. Румыния. Мальта ⁇ островное государство в Средиземном море, на Мальтийском архипелаге. На Мальтийском архипелаге нет ни рек, ни озер. Питьевую воду доставляют из Италии, бытовую же получают из морской воды путем опреснения. Салана ⁇ шляпа, у которой нет верха. С какой целью изобрели такую шляпу? Чтобы не портить высокую прическу для осветления волос, чтобы показывать драгоценные украшения для волос. Жители Венеции придумали необычную шляпу. Головной убор был сделан так, что по центру имел овальное отверстие. Такая шляпа получила название Салана. Она появилась еще во времена эпохи Возрождения считалось, что волосы должны быть светлыми, белокурыми. Только так девушки получали статус настоящей красавицы. Не все женщины были блондинками от природы. Именно для этого была создана шляпа салана или шляпа без верха. Она обладала широкими полями, чтобы полностью закрывать лицо женщины. Пряди волос укладывались на поля по всей поверхности, а потом голову подставляли солнцу что означает выражение «закусить удила». Молчать. Сильно испугаться. Действовать на пролом. Этот фразеологизм использует в значении «выйти из-под контроля», «делать что-то», «не считаясь ни с кем», «творить произвол». Удила – железная часть уздечки, которая находится во рту лошади и лежит на так называемом беззубом крае голой десне, между резцами и коренными зубами. Но иногда лошадь умудряется прикусить удила зубами, и тогда она не чувствует движения повода и становится неуправляемой. Отсюда и пошло выражение «закусить удила». От какого животного получают ангорскую шерсть? Овца. Кролик. Верблюд. Ангорская шерсть или ангора ⁇ очень мягкая на ощупь шерстяная ткань с характерным нежным ворсом, которую получают из волосков ангорского кролика, который был так назван за свою длинную шерсть по аналогии с одноименной козой. Наилучшая ангорская шерсть производится во Франции, Италии и Японии. Используется в трикотажном производстве как самостоятельно, так и в смеси с другими видами шерсти для повышения прочности в качестве чего вдоль дорог на северо-востоке Австралии стоят старые микроволновки. Кормушки для птиц. Аптечка первой помощи. Почтовые ящики. На северо-востоке Австралии, в небольшом городке Дюйнтри, около домов, можно наблюдать вышедшие из строя микроволновки, стоящие вдоль заборов. Местные жители решили применять микроволновки, как почтовые ящики. Ведь они герметично закрываются, влага в них не проникает даже при обильных дождях, чего не скажешь об обычных ящиках для почты. Печи помогают сохранять письма, газеты и прочую корреспонденцию в целости и невредимости. Какое приспособление делали дети с помощью таза и соломы 50 лет назад? Ледянку. Чучело. Ловушку для рыбы. В деревнях из ненужного старого таза делали своеобразные санки. В таз наливали воды и бросали солому. За ночь это замерзало, и получившийся ледяной, упрочненный соломой, блин, детишки использовали для катания с горок. Называлось такое приспособление ледянка. Какая высота пирамиды Хеопса? 350 метров. 700 метров. 138 метров. Пирамида Хеопса ⁇ это крупнейшая пирамида Египта, принадлежит к числу семи чудес света, внешний вид которого практически безупречен в нашу эпоху. Древнейшее наследие Древнего Египта возраст оценивается около 4500 лет. Размеры пирамиды Хеопса гигантские, они способны поразить человека, ведь ее фундамент имеет площадь в более 50 тысяч квадратных метров. Основание по длине достигает 230 метров, площадь боковой поверхности – 85,5 тысячи квадратных метров. Высота египетских пирамид разная, и самой высокой считается Хуфу достигающие 138 метров. Это сравнимо с небоскребом в 50 этажей. В какой стране вулканическое тепло используют для получения недорогой и экологически чистой электроэнергии? Исландия. Норвегия. Аргентина. Геотермальная энергия использует тепло накапливаемая подземной поверхностью для выработки электроэнергии и обеспечения геотермального отопления и охлаждения домов и предприятий. Геотермальная энергия использовалась исландцами со времен эпохи викингов, причем первоначальное использование включало мытье и купание. Позже ее начали использовать для обогрева домов, теплиц и бассейнов, а также для очистки улиц и тротуаров от снега и льда. Сегодня по меньшей мере 90% всех домов в Исландии отапливаются геотермальной энергией. Что запрещено пилотам одного экипажа? Быть родственниками. Спать в рейсе. Есть одну и ту же еду. Пилотам авиалиний, входящим в один экипаж, запрещено есть одну и ту же еду. Пилоты должны есть разные блюда. Если один выбирает курицу, другому ничего не остается, кроме как согласиться на рыбу. Это своего рода подстраховка на случай, если одна из позиций окажется некачественной, и один из пилотов может отравиться. Тогда хотя бы второй сможет контролировать полет.